Мероприятие организовали Центральная библиотека и детско-юношеская библиотека филиал номер 1. Действовали интерактивные библиотечные дворики с книжно-иллюстрированными выставками, экспозициями, мастер-классами, викторинами и конкурсами. Гостей развлекали творческие коллективы Дома культуры молодежной. Еще один блок посвящен Дню России. Частью праздничной программы стало проведение литературно-патриотической акции «Воспеваю я Россию». Сотрудники библиотек раздавали прохожим буклеты с официальными символами России, рассказывали о государственном празднике, о его истории и значимости, а также знакомились с произведениями, посвященными разным вехам в истории Кубани и современного Краснодарского края. Древних были ветрила, ширь и даль черноморская степь, ты ковыльную вечность хранила, поднимала на пажитях хлеб, и в годину военной тревоги, в лихолетие терновых невзгод, оседлала коней быстроногих, казаков снаряжала в поход. Били шведа и Наполеона, сколько хватит отваги и сил. Поднимая России знамена, брали приступом Карс, Измаил. Незабытые дымные даты растоптали фашистскую хмарь. За станичные белые хаты, гордый славою град Краснодар. Открытый фестиваль книги «Память народа, культура хранит» подарил присутствующим море положительных эмоций, встречи с живой музыкой, зажигательными танцами и хорошей книгой.